В Алматы проходит 10-й международный кинофестиваль студенческих и дебютных фильмов «Бастау». Организаторами крупнейшего мероприятия в сфере киноискусства традиционно выступает компания «Тонарис Продакшн» при поддержке Акимата Алматы. В этом году программа кинофестиваля существенно расширена. В нем принимают участие режиссеры и артисты из стран Африки, Латинской Америки, Европы, Японии и Ближнего Востока. В этом году казахстанский молодежный кинофестиваль установил своего рода географический рекорд. Для участия в юбилейном «Бастау» поступило свыше 1000 заявок. В итоге были отобраны 53 работы из 40 стран мира. Многие фильмы уже отмечены различными международными наградами. Организаторы «Бастау» подчеркивают, что основными целями фестиваля является сотрудничество между молодыми кинематографистами, поддержка и продвижение их работ. Сама история проведения фестиваля «Бастау» яркое тому подтверждение. Наша задача заметить, увидеть и поддержать, в том числе и с помощью прессы, наиболее способных, наиболее одаренных режиссеров. В этом году на «Бастау» будет много нового. Появится новая награда – автору лучшего игрового короткометражного фильма. Также впервые на фестивале будет работать жюри «Нетпак». Это объединение по продвижению азиатского кино, куда входит 30 стран. «Нетпак» учредила особую награду – лучший азиатский фильм, который присуждается по всему миру. Интересная будет, как всегда, казахстанская программа. Нас ждут премьеры нового фильма Адильхана Ержанова, Аскара Узабаева. То есть мы подготовили очень много интересных сюрпризов для наших зрителей, включая и наших самых юных зрителей. Появилась новая секция «Бастау Kids», в рамках которой мы будем показывать кино для деток. Просмотры фильмов в рамках фестиваля будут проходить в двух алматинских кинотеатрах «Чаплин Мега» и «Арман». Все показы бесплатные, вход для зрителей свободный. Григорий Беденко, Эдуард Кон, Алматы, Хабар 24.